Здравствуйте! В эфире программа «Азов.Инфо», в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Удивительное рядом. Азовчане стали свидетелями уникального явления природы. В Азове обсудили разработку новых туристических маршрутов. Накануне Дня медицинского работника в Центральной районной больнице состоялось торжественное мероприятие. Начнем выпуск с удивительного. Сегодня азовчане наблюдали редкое природное явление. Солнце находилось в центре светящегося круга. Научное название этого явления – гало, от древнегреческого – круг-диск. Данное явление обусловлено ледяными кристаллами в перистых облаках. Свет, который отражают и преломляют эти кристаллы, нередко разлагается в спектр, что и делает гало похожим на радугу. Данное явление фиксируется в любую погоду, причем в мороз кристаллы располагаются очень близко к поверхности Земли и напоминают сияющие драгоценные камни, так называемую алмазную пыль. В народе считается, что тем, кому посчастливилось увидеть это редкое явление, стоит ожидать всего самого наилучшего – благополучия, благоденствия, удачи и любви. К другим новостям. Совещание в креативном формате с представителями туристической индустрии Азова провел сегодня отдел по развитию туризма городской администрации. В преддверии открытия сезона предпринята попытка разработать туристические маршруты, которые помогут гостям открыть наш город в новом ракурсе. Азовский бизнес, так или иначе связанный с туристической индустрией, замер в ожидании начала сезона приема гостей. Воспользовавшись вынужденной паузой, предприниматели собрались вместе, чтобы разработать новые маршруты. Участники, представители предприятий общественного питания в части исторической кухни, основатели винодельни и пивоварни, ландшафтные дизайнеры, владельцы конного клуба, частного пляжа, туристических агентств и других направлений данной сферы. По словам начальника отдела развития туризма городской администрации Оксаны Кочевной, сегодняшняя встреча – это неординарное для нашего города событие. У нас встреча называется «Город впечатлений». А рабочие моменты мы называем «Мои соседи». Мы сейчас сами с друг другом знакомимся, чтобы понимать, как мы готовы дарить впечатление гостю города и горожанам тоже. Мы сейчас, бизнес сейчас не делит на туриста и горожанина, да? У нас есть гость. И вот что мы готовы сделать, чтобы человек получал удовольствие, приезжая в наш город или путешествуя по нашему городу? Во-первых, радует то обстоятельство, что в нашем обезглавленном и обескровленном городе существует и происходит какая-то работа. Спасибо Оксане, что она продолжает работать, хоть ее никто уже и не заставляет, и заставлять, похоже, некому. Работает отдел по туризму администрации. Слава тебе, Господи! При этом вопросы конкуренции в бизнесе никто не отменял, но маршруты надо составить так, чтобы посещение Азова было интересным, познавательным и оставило туристов яркие положительные впечатления. По мнению бизнес-тренера Ирины Бабенковой, в отношении развития туризма Азов имеет достаточно большой потенциал. Мне кажется, что он до конца не раскрыт, и можно и вглубь, и вширь, собственно, рассматривать и расширять возможности нашего города. Мне кажется, они не то что безграничны, но очень широки. От совещания в креативном формате организаторы и участники ожидают вполне конкретных результатов. Я ожидаю несколько прототипов, маршрутов, которые можно будет потом предложить аудитории области, страны и нашего города. То, о чем уже можно будет говорить, заявлять, писать на плакатах и приглашать наших туристов и наших горожан. Уже конкретный результат. Я жду несколько интересных маршрутов. Сейчас на пике, наверное, экотуризм, эко-направление и направление самостоятельного отдыха, тогда, когда человек сам прокладывает свой маршрут, сам ищет путь и открывает новые территории самостоятельно. Вот, наверное, вот эти сферы мы сейчас должны рассмотреть в первую очередь. Это выльется в хороший туристический продукт. Качественный, разносторонний, для разного потребителя, для разной возрастной группы, для разной социальной группы. Ну, это вот то, к чему мы идем. Мы ждем, что в нашем городе, наконец-то, отношение к развитию его турпривлекательности у властей всех уровней и в первую очередь у областных станет позитивным. Они начнут разговаривать с нашим сообществом.
мы готовы привлекать и принимать туристов и все, что угодно делать, если бы на это была воля наших властей, которые заняты, похоже, дачей показаний. Татьяна Иваченко, Александр Кучец, Азов.Инфо. Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. Сегодня, накануне праздника, в Центральной районной больнице чествовали представителей одной из самых древних и, пожалуй, наиболее востребовательных благородных профессий. Подробности в сюжете Татьяны Иваченко. Глава администрации Азовского района Александр Палатный тепло поздравил коллектив Центральной районной больницы с профессиональным праздником. Я благодарен всем вам и каждому вот за то, что вы так добросовестно выполняете свой профессиональный долг. Конечно, в этот день хочется пожелать вам здоровья, благополучия, хорошего настроения. Наиболее отличившимся работникам районного здравоохранения глава администрации вручил грамоты и благодарственные письма. Островская Светлана Михайловна, медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории. Миссия медицинского работника сложна и ответственна. Труд требует не только полной отдачи сил, знаний и опыта, но и душевной щедрости. Руководит большим коллективом Центральной больницы Азовского района Галина Владимировна Селиванова. Выпускница 2-го Московского медицинского института, она еще в детстве выбрала профессию врача. Я росла в окружении врачей. Моя семья, папа врач, мама учительница, и все родственники папы и мамы – это врачи. Поэтому с раннего детства отец брал меня на дежурство, он хирургом был. Я знала, что такое операционная, что такое больничные коридоры. Уважала его всегда за этот труд, уважала всех своих родственников. Я видела, как тяжело даются эти ночные дежурства. И понимала, что я тоже буду врачом. Мне очень хотелось работать вместе с папой в одной больнице. Увлечение медициной и любовь к детям определили выбор специальности. Галина Владимировна стала детским врачом. После окончания вуза работа участковым педиатром в Подмосковье. А в 1990 году семья переехала в Азов. Здесь отец уже возглавлял в этой же больнице хирургическое отделение. И сбылась моя мечта. Мы с ним стали работать вместе, зачастую дежурить одновременно. Он как хирург, я как педиатр. Вот так становилась моя профессиональная деятельность. С 90-го года я работаю в этой больнице. Отец Галины Селивановой, Владимир Семенович Леньков, с 1988 по 1995 год возглавлял хирургическое отделение ЦРБ. Сама же она начинала работать простым педиатром. В 2000 году стала заместителем главного врача по детству и родовспоможению, а в апреле нынешнего года приказом главы администрации назначена главным врачом ЦРБ. Галина Селиванова уверена, в районной больнице работают особенные люди. У нас есть такое ласковое название нашей больницы – районка. И я считаю, что коллектив, а он огромный, это большое количество врачебных амбулаторий, участковых больниц, ФАПов, две районные больницы. Это большой коллектив врачей, медицинских сестер, санитарочек, различного персонала, который помогает нам обеспечивать жизнедеятельность. Я думаю, что люди, которые работают на селе, они более чуткие к человеческому горю. Они приучены к трудолюбию. Сплоченность всего коллектива и настоящая отвага каждого медика особенно проявились сейчас, в сложный период борьбы с пандемией. Не совсем изучен этот коронавирус и его осложнения. И вы знаете, к
коллектив вот как-то в едином порыве, плечом к плечу, встал на защиту здоровья, не боясь, ну вот, не жалея себя. Трудности были первоначальные со средствами индивидуальной защиты, но все понимали, что если не мы, то кто? По словам главврача, каждый работник районки осмысленно и целенаправленно встал на защиту здоровья населения Приазовья. Сам за себя говорит тот факт, что за весь период повышенной готовности не было подано ни одного заявления об увольнении. Мы каждый гордимся, что когда-то в жизни выбрал эту сложную профессию и с достоинством ее несем по жизни. И сегодня я хочу сказать вам огромное спасибо за тот труд ежедневный, круглосуточный, который вы несете на своих хрупких плечах. И вот те слова нашего любимого и незабываемого руководителя: «Поработать мы успеем, успеть бы пожить». Пожалуйста, не забывайте, берегите себя. Берегите, вы каждый очень и очень нужен нашему коллективу. Татьяна Иващенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. В конце прошлого года стартовал конкурс грантов президента России на развитие гражданского общества. 15 июня стали известны имена победителей соревнований. Гранты выиграли 2402 организации на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Среди них три общественные организации Азова. Храм похвалы Пресвятой Богородицы, театр «Кул-шоу», а также фонд помощи детям-инвалидам. В течение полугода комиссия оценивала предоставленные проекты на получение денежных грантов некоммерческих организаций. Отрадно заметить, что победителями стали служители церкви, храма, похвалы Пресвятой Богородицы, которые совместно с детским домом-интернатом направили проект «Театр удивительного зрителя, вопреки всему», где актерами выступят дети с ограниченными возможностями развития. В июле мы начнем, да, проводить мероприятия первые, 13 июля. И окончание запланировано на 20 число, это выступление в ГДК. Сумма – это 325 тысяч рублей, общая 760, наш, есть вклад наш, есть то, что мы просим для реализации этого проекта. Это будет направлено как раз на организацию этой студии театральной, на костюмы детям. Это примерно около 20 детей с особенностями развития и также около 20 школьников 11-й школы. Автономная некоммерческая организация «Театр Кул-шоу» неоднократно принимает участие в различных конкурсах. По словам руководителя Надежды Жеребила, они даже забыли о том, что отправили свой проект на конкурс и были приятно удивлены победе. Теперь есть возможность воплотить в жизнь театрализованную постановку, у которой пока нет названия. Для того, чтобы поставить такой спектакль, нужно очень много, потому что очень много утеряно. И чтобы актер сыграл колоритно на казачью тему, это мало жить здесь. Для этого мы не умеем говорить на гуторе. Мы уже утеряли некоторые традиции, очень много. И все это в себе генетически всколыхнуть, восстановить, это очень сложно. То есть это не очень большая сумма для гранта, 500 тысяч. Они в основном у нас пойдут на изготовление костюмов, на оплату консультаций. Одна из таких, несколько консультаций нам будет давать педагоги ГИТИСа. Это реквизит, это этнографические поездки, экспедиции, потому что нужно проникнуться, нужно вжиться, нужно научиться и говорить, и есть, и пить, и жить, и дышать. Поэтому вот очень такой многогранный проект.
Третья организация, которая была удостоена награды, это общественный благотворительный фонд помощи детям-инвалидам, руководителем которого является Наталья Бреус. На соискание конкурсной комиссии был направлен проект «Учебный цех для молодых инвалидов с умственными, ментальными и психическими нарушениями». Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Мы продолжаем серию репортажей о спортивных площадках города. Сегодня речь пойдет о реконструкции муниципальных объектов, а также территории, на которой когда-то находился многофункциональный спортивный комплекс. Подробности в следующем сюжете. Директор стадиона имени Лакомова Валентина Касьяненко на прошлой неделе поделилась информацией о том, что в ближайшее время начнется реконструкция спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности города Азова. Отрадно заметить, что на этой неделе уже начались работы по адресам Макаровского, 33 и Красноармейскому, 80. В результате торгов определился подрядчик – это компания «Синтетика-2». Все работы будут проходить в равных долях. На сегодняшний день началась подготовка основания под резиновое покрытие. По улице Красноармейской ведется ямочный ремонт, и в скором времени подрядчик приступит к работе по реконструкции территории. Что же касается площадки, расположенной по адресу Макаровского, 33, то здесь процесс реконструкции займет немного больше времени, так как объект находился долгое время в запущенном состоянии. На сегодняшний день территория подготовлена под асфальтовое покрытие. К сожалению, не все спортивные площадки могут быть приведены в надлежащий вид. В нашем городе много дворов, где от них остались лишь воспоминания. Так, например, на дворовой территории домов Кандаурова 3, Красноармейского 102 и 96 в свое время располагался большой спортивный комплекс, принадлежащий заводу КПО. Здесь, по словам очевидцев, детвора наряду со взрослыми играли в баскетбол, волейбол, теннис и даже в мини-футбол. Но со временем все разрушилось, и теперь здесь паркуются автомобили. Однако жильцы не отчаиваются и принимают все меры по ее восстановлению. О том, как это будет происходить и какие уже приняты меры, мы сообщим в ближайшее время. Если у кого-то в семейном архиве сохранились фотографии спортивных объектов прошлых лет, которые в данный момент находятся в разрушенном состоянии, или наоборот, построены с нуля за собственные средства и своими силами, сообщайте нам в редакцию 5 канала по телефону 615-54. И мы обязательно расскажем об этом в программе «Азов.Инфо». Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, «Азов.Инфо». В редакцию 5 канала обратилась азовчанка Раиса Шабалова с жалобой на постоянную лужу на территории автовокзала, которая после дождей долгое время не высыхает. Также азовчанку волнует расположенный тут же остановочный комплекс, не соответствующий требованиям горожан. Все претензии Раиса Шабалова адресовала городским властям. Я обращаюсь к нашей власти, исполняющим обязанности, и те, кто вообще в штате. Почему никакого внимания, как же наши люди живут? Только все очень много говорят, но толку-то нет никакого. Какая огромная лужа при выезде с автовокзала. Ворота открываются, огромная лужа, и автобусы ростовские плывут через эту лужу. А поскольку эта лужа выходит за территорию этого автовокзала, то все желающие прийти на свой автобус бегут, как тараканы, мимо этой лужи. Подходит человек, азовчанин, ему надо ждать свой автобус. Не абсолютно даже никакого кусочка, крыши нет, дождь, снег, град, ветер, жара. И что? Зачем наставили ларьков? Там же есть остановочный комплекс. Где вы его видели? Вот там одна лавочка, на которой могут сесть три человека, и все. Что такое остановочный комплекс? Ну, хотя бы 5-7 человек могли сесть и укрыться от дождя. Но оно же тоже все открытое, поэтому вранья более чем достаточно. Я жду ответ на все свои конкретные вопросы и выступления. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – Донская юридическая коллегия. Профессиональная юридическая защита по жилищным спорам. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Хороших выходных.
Донская юридическая коллегия. Полный спектр юридических услуг. Защита прав потребителей, семейные дела и наследство, автоюрист, представительство в суде, сопровождение сделок, помощь дольщикам и многое другое. Переулок Олега Кошевого, 28. Первый этаж, офис 12. Донская юридическая коллегия. Многолетний опыт работы и команда профессионалов. В субботу, 20 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28, плюс 29 градусов. Ночью от плюс 19 до плюс 21. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха 41%. Уровень воды в реке Дон на 36 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 26 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В воскресенье 21 июня небольшой дождь. Днем плюс 26, плюс 27 градусов. Ночью от плюс 19 до плюс 20. Ветер западный 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха 66%. Уровень воды в реке Дон на 36 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 28 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.